Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня обещанный обзор на полученную посылочку с многолетними цветами. Посылка шла в пути около 7 дней, то есть это не очень, но определенный промежуток времени. Получила я растения в очень хорошем виде, несмотря на то, что они так долго шли. Спасибо человеку, который отправила посылку от Ирины Логиновой. Давайте посмотрим, что мы получили. Я заказывала два клематиса. Это новые сорта. Клематис Зибальда. Клематис Тайга здесь у меня. Они, смотрите, зелененькие. Очень хорошо дошли. Также я получала камнеломку плетеносную. Смотрите, ну она немного помятая, но очень хорошая, она достаточно приживется. Две гехеры я получила. Для ранней весны, это у нас конец марта, для гехер это очень хорошие деленки, так как они еще не показали всю свою красоту. Смотрите, какие кустики. Так, еще смотрим, что я получила. Две канны пестролистных, Тропикана Дюрбан и Претория. Канны, тут видно молодые побеги, которые, но я их не буду разворачивать. Две канны у нас. Также у нас дербенник. Ну, немножко он. Ну, смотрите, сколько молодых побегов. То, что он был в темноте, чуть-чуть молодые подвытянулись. Ну, посмотрите, какой он хороший. Также я получала две герани. Герань конфетти. Они только начали свою вегетацию. Сейчас я вам покажу. Это герань Spring Time. Так как в пути она была в темноте, побеги немного вытянулись и обесцветились. Но она, смотрите, какая хорошая. Все достаточно хорошо примется. Это герань конфетти. Также я получила две горянки. Это, скорее всего, горянка сфинкс. Есть горянки, которые зимуют с листвой, это относится к такой горянке. Есть горянки, которые на зиму отмирают листва. То есть, а вторая горянка у меня еще пока вот такая. Две фиалки, серебряный самурай и фиалка японская. Это фиалка серебряный самурай. То же самое в пути были, немного побеги обесцветились и вытянулись, но они, смотрите, сколько почек. Так, еще. Вот. Даже с цветочками. Сейчас я найду. Это фиалка японская. Она с резными листиками, со светленькими цветочками. Тоже все живое. Это Вероника Голдвей. Чуть-чуть присохла, но все равно, смотрите, сколько живых побегов. Это примула, скорее всего, подарок. Еще я получила пасконник Pink Frost. Так, что я вам еще? Морозник я вам не показала. Так, сейчас я морозник черный. У меня его нет, я его заказала. Смотрите, какой он хороший, отделенка. Все растения, хоть и были длительный период в пути, все пришло в отличном виде. Желаю вам тоже хороших посылочек. Всего вам доброго!